Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на сервере Poke World Special. И, ребята, сейчас, наверное, я пойду делать алтари, так как я говорил в предыдущей серии на этом сервере, то что... я сделаю алтари, да, кстати, там уже шайни еще один. Тут очень много шайни спавнится, прям офигеть, как много. Обещаю, если успеем его словить. Так, и... Сейчас, где ты? Вот, отлично. Только попади, во, отлично. Таскболом. Ребята, сейчас, точнее, не сейчас, мы уже себе заспавнили Артикуну, так как нам подарили заполненный орб на Артикуну. Алтарь я поменял. Точнее, он же был уже где-то, да, но я поменял, чтобы можно было заспавнить. Еще там одному человеку тоже поменял, но сейчас, ребята, как я уже говорил, я больше никому не буду спавнить, я не буду больше вот эти делать замены алтарей. Только потому, что я сейчас, ребята, уже поставлю в продажу алтари. Я ставлю цену на них не очень маленькую, а можно сказать большую, это один стак алмазных монет. Один стак алмазных монет, ребята, это дофига. Стак, смотрите сейчас. Один стак золотых монет, это у нас получается... Один стак золотых монет, это у нас получается 3 алмазных монеты. То есть нужно дофига как много вот этого всего. Тогда один, тогда не стак, а 1, 2, 3, 4, 5, 6 изумрудных монет. Мне кажется, так будет нормально. 6 изумрудных монет, получается даже не стак, а ровно 60 монет. Мне кажется, это как раз такая нормальная цена. И знаете что, ребята, чтобы доказать то, что цена нормальная, то, что цена не завышена, я лично сейчас поставлю алтарь в продажу, и я лично, ребята, буду играть на этом сервере до тех пор, пока я себе не накоплю на алтарь Молтреса и на алтарь Забдуса. То есть я сейчас ставлю их в продажу, беру орб, не знаю, где я его найду, но где-то найду, беру орб, и, ребята... Идем качать, и, наверное, качать мы орб будем на Мэджикарпах, и там же мы с них будем выбивать рыбу, потому что рыба стоит нормально, то есть не нормально, она стоит обычно, но сама суть то, что ее можно очень много набить, там за 20 минут мы вроде там стак набивали или даже больше. Ее очень много можно набить за короткое время, и тем самым можно нормально себе запастись вот этими... всеми монетами, да, чтобы купить потом себе алтари. Так, ребята, я сейчас смотрю, что я могу продать. А у нас... Я вот это не поставил на продажу. Мне кажется, это лучше поставить, чем слаймбол, потому что покемонов, с которых падает слаймбол, не так уж часто убивают, и на них, можно сказать, не так уж и охотятся. Поэтому это забираем, ставим вот сюда. Отлично, тут у нас обычная, тут у нас коровьяная, и тут у нас поросячья. Нормально. Вот я не знаю, можно еще, конечно... косточка у нас есть, перо у нас есть, что еще можно сюда поставить в продажу. Слаймбол, говорю, не нужно. Голдна это нету, и, в принципе, не нужно. Так, тогда, что я взял оттуда? Я взял вот это, можно выкинуть, отлично. Сейчас так... Оу, я че... выкинул и что? Так, выключаем. И я, ребята, сейчас вот это все попродаю. Это попродаю. И смотрите, у нас уже 3,5 стака. Один стак это 3, у нас получается 9, у нас получается уже 10 алмазных монет. Уже. И я толком тут не играю, то есть я не сижу тут днем и ночью и вот выбиваю всякие ресурсы. Поэтому, ребята, если логически порассуждать, стак алмазных монет можно себе набить приблизительно за, ну, за часа 4-5, мне кажется, и это даже слишком будет. Но мне кажется, что как раз так нормально. Так, продажа ресурсов, что мы сюда можем продать?
Это покупка, твою ж. Это тогда продажа. И вот тут продажа. Или можно, ребята, еще лучше пойти на бишарпов. С них офигеть как много. Точно. 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 Сейчас, ребята, я еще пока что алтарь не буду делать. Не, я хочу пойти на бишарпов. Биша... Нет. Ча. Бишарп. И посмотреть, сколько на них можно. Если на них еще больше падает, то это вообще офигенно. Где горы у нас? Вот, офигенно телепорт так иметь. Не нужно бегать все время. Нифига себе, кто-то тут себе домище забабахал. Вот тут в горе. Вот он. Так, ну что, ребята, пойдем к те искать бишарпов. Если они, конечно, тут где-то будут. Потому что фиг его знает, если честно. Нифига себе, горы какие-то слишком большие, мне кажется. Так, давайте тогда, давайте тогда. У нас нет... А, у нас есть летающий счет. Просто у нас не было, знаете. Я забыл, что мы словили Артикуна. О, отлично. Знаете, что я, ребята, еще забыл? Я забыл сделать телепорт в глиняный биом. Я это позже немного сделаю. И нам, ребята, нужно будет пойти за метангом. Хочу метанга. Пойдем и постараемся его словить. Да. Пум. Что я, ребята, вспомнил? Дайте-ка я секундочку посмотрю. Сегодня 29 число. Да? А победитель у нас, ребята, завтра. То есть завтра выбор еще одного человека, который бесплатно получит доступ на сервер. Не забываем, ребята, что скоро Новый год. И на Новый год будут такие, ну, розыгрыши пропусков на сервер. Можно сказать. Ни одного, ни два, а может даже больше. Там 3, 4, 5, 6, 7 в честь Нового года, да? Что-то я вообще бишарпов не вижу. Может, потому что уже день. Ну, ладно. Поэтому действительно, ребята, даже не на Новый год, потому что на Новый год нет. Около Нового года, то есть за пару дней, да не, даже не за пару дней, а, ну, в принципе, в декабре, мне так кажется, уже будут такие розыгрыши, где будут разыгрываться. Куча, не скажу, что куча, но нормально так пропусков на сервер. 5 точно, я так думаю. И это будет длиться, ну, какой-то там конкурс будет, да, то есть все также будут подавать заявки, но участников, но победитель будет не только один, а будут целых 5, даже 10, но я говорю, это я еще не решил, но сама суть то, что говорю, что очень много победителей будут, ну, точнее, 5 или 10, больше это уже слишком будет, 5-10 победителей, которые смогут, ребята, бесплатно попасть на сервер и поиграть тут на новой версии. Так, кто там у нас? Джудуд. Пошли туда. Ты, я сказал, пошли туда. Во. Вот он, я его вижу. Свампер. Да, Свампер. Отлично. Твою ж фуражку, нифига себе. Он лупанул и пропал. Ладно. Так, тогда давайте, ребята, идем на спаун. Быстренько идем на спаун. Где там у нас М? Не люблю, когда вот так кто-то ставит. Там что-то не хватает. Нет, они будут покупать и ставить. Это просто, знаете, баг такой, который не запрещает вот ставить вот эти фигни на спавне. Вот, например, я не могу. Но они как-то могут. И я удалить не могу. То есть я не могу его убрать, потому что тут спаун не дается вот это все убирать. Ну, тогда давайте вот так. Во. Заразы, а? Поставили тут. Так, я пока что тогда... Да чё за фигня? А это тогда что? Это невидимый какой-то... Ладно, это короче. Ребят, я сейчас не буду выключать гейммод. Потому что я сейчас лечу и сделаю уже продавца алтарей. Только я не знаю, где его поставить. Тут уже палаток дофига. И новую делать как-то не хочется.
Может, вот тут, да и все. Вот так, по центре, знаете. Продавец. Ча. Тогда сначала давайте это поменяем на кого-то нормального. Например. Я не знаю, ребята, честно. Кого-то. Давайте вот так. Продавец алтарей. Отлично. Давайте, например, так, 8 где-то. Тут. Ща. Как тут? Я уже, если честно, забыл. Во, отлично. Так, продавец. Нужно продавца сделать. Взять алтари, где наши алтаришечки. Это можно вот сюда поставить. 1, 2. Так, это сюда. 3. Отлично. Ставим, ребята, продажу алтарей. То есть сейчас ставим сюда. Изумрудные монеты где у нас? Вот. Где? Сберем. И сколько я там говорил? 6, да? То есть, правильно я поставил? Если у нас 6 изумрудных монет, мы получаем 1 алтарь. Правильно. Вот, ребята, уже есть алтарь. Вы можете уже зайти, купить. И так как я говорил, ща. А нету заполненных арбов. Вот твою ж. А нету заполненных арбов. То есть я не могу поставить заполненные орбы. Только вот такие сделанные, да? То есть не обычный, а вот такой. Фигово. Я бы так поставил прокачанный орб тоже за что-то бы продавался. Но, как вы видите, нельзя поставить. То есть они тут есть, но не прокачанные. Нету смысла, ребята, ставить эти орбы, потому что люди будут брать один орб, будут брать какой-то вот этот камень эволюции, делать такой орб и потом продавать сюда и просто на этом барыжить. Поэтому как-то не очень, мне кажется, честно. Давайте тогда сюда еще, знаете что, поставим просто обычный орб, чтобы можно его было купить, если вам нужно прокачать вот эти, ну, орбы на алтари, да? Давайте, я не знаю, за сколько там поставим. За 20? Хотя за 20, мне кажется, это слишком будет. Тут и так, в принципе, орбы нельзя продавать. То есть, вот, мы сюда поставили, и больше продавать их нельзя. Вы можете купить, хоть у вас там куча орбов будет, но вы их продать не сможете. Так, поэтому нормально, можно их и бесплатно даже поставить, чтобы люди брали, и у них куча было. Но это тоже как-то не очень, мне кажется. Давайте, ну, фиг его за 10 пускай будет. Так. Что дальше, ребята? Все. Это мы сделали. Это мы выкидываем. Ой, это что ты выкидываем? Это мы тоже выкидываем. Это не наше. Не наше. Остальное вроде все наше. Давайте тогда тоже выкинем, чтобы нам тут не мешало. Это тогда тоже можно. Так. Отлично. Все, ребята, алтари есть. Сейчас, как и говорил, я лично, ребята, берусь за то, чтобы прокачать эти алтари. И чтобы вам доказать, что они не очень дорогие. Потому что, смотрите, ребята. Так. 20, да? Вот. У нас уже есть 11 алмазных монет. А я даже тут толком ничего не делал. И смотрите, сейчас, что мы еще можем попродавать. Тут у нас что, покупка и продажа камней эволюции. Это мы продадим. Так, камень эволюции один. Покупка редких предметов. То есть, смотрите, мы продали, мы уже себе сможем купить. Офигеть, тут такие рарки, они дешевые. Или это мне кажется? Ща там Басяндра, кто это? А, ну понятно, кто это. 11, это у нас получается 12. Почти, если у нас еще будет одна алмазная монета. извиняюсь. Это у нас, ребята, получается сейчас 3, это 4. Ну, в принципе, 15. У нас получается 15 раркенди.
3 алмазных это 4, 6 это 8, 9 это 12, и 12 это 15. Офигеть, ну в принципе такие, да, нормальные цены, не очень дорогие, не очень дешевые. Пускай так будет, мне так кажется. Я не знаю, стоит ли сейчас продавать нам... Стоит ли нам сейчас продавать вот это, как его? Вот эти все покеболы, потому что, в принципе, они нам пригодятся для того, чтобы потом... чтобы потом кого-то ловить, потому что у нас много покеболов нету. Так, давайте возьмем один орб. Твою мать. Зачем я продал тот камень эволюции? Просто хотел продать, чтобы у нас больше было вот этого все. Да кто это тут ставит? Хотел продать, чтобы больше было монет, но не подумал про то, что нам сейчас нужно будет орб сделать. Так, это продажа, да. Это мы продаем. Сколько там у нас? 20, да, стоит? Вот так, отлично. Потопали. Не тут, а вот тут. Покупаем для Молтреса, давайте. Атикун у нас есть. Покупаем для Молтреса. Фари, да, Frozen. Так, ну что, ребята, давайте пойдем убьем, ну, хотя бы еще немного, немного Мэджикарпов. Смотрите, давайте засекаем время. Ча. Ча. Пока что убивать не буду. Засечем. Давайте засечем, ребята, приблизительно 5 минут. За сколько мы набьем вот этих золотых монет. Ча. Еще пара секунд, чтобы ровно было время. И да, поехали. 5 минут. Ровно 5 минут, ребята. Так. Быстренько. Вот то, что мне, знаете, что кажется, что сейчас нужно будет вот эту... менять вот это озеро, потому что тут немного мэджикарпов, точнее вообще уже толком нету. Сколько тут их? Трое. Поэтому, если не считать то, что еще с места на место перебегать, то это вообще быстро. Просто нужно, знаете, найти какое-то большое озеро, где будет куча вот этих мэджикарпов, вот, например. О, да тут тоже нормально. Так. Вот. Мы не качаемся, то есть на Мэджикарпах прокачаться нельзя, да? Нам нужно потом, наверное, действительно будет на Бишарпов пойти. Просто я, наверное, утром пошел, а утром они уже как раз начали пропадать и все такое. Так, еще один Мэджикарп. А я не посмотрел, сколько у нас было вот этих рыб. Но, в принципе, у нас уже 29 рыб. Ладно, не будем засекать, то есть я не посмотрел, сколько рыб у нас сначала было. О, это кто? Шахту кто-то? А, нет, это сама шахта. Не засек я, ребята. Но, в принципе, смотрите, у нас 29. 29 это уже 29 монет. 29 монет это одна алмазная монета. Одна с половиной, можно и так сказать. Даже. Что, в принципе, не очень так маленько. Есть у нас там еще где-то... Нет, вот видите, нужно найти, ребята, какое-то такое офигенное подходящее место, где будут куча водных покемонов, где их будет куча спавниться. В океане нет, потому что в океане нужно будет нырять, потом опять всплывать и все такое. А вот как раз на каком-то водоеме, где будет не очень так глубоко, да, там, где будет более-менее так нормально покемонов. Вот, например, я думаю, где-то тут. Вот тут. О, как раз. Я правильно бегу? Да, вот сюда. Давайте тут попробуем. Я, ребята, действительно, ща. Когда я набью себе на все алтари, тогда уже будет нормально. И тогда я сам буду видеть, это дорого или это недорого. Потому что все остальные цены, мне кажется, что как раз такие нормальные. А еще самое лучшее, ребята, знаете что? Просто сделать себе лодку, да и все. И вот точно, с лодкой же еще намного быстрее. Обычно пойти в море на лодке. И мне кажется,
что там вообще офигенно много. Давайте еще одну сделаем на всякие пожарные. Так, это сломаем, чтобы не ставить, не закакивать вот территорию везде. В принципе, вот это не так уж и много, я понимаю. Один верстак, но все же. Ага. Ага, то есть это придумали как раз так, смотрите. И как-то они замудрили с этой лодкой, мне кажется, или они не очень так разрешили ее использовать. Потому что он кидает как-то в один бок, вот этот покебол. То есть не кидает туда, когда куда мы их... А нет, кидает. Фиг его знает. Может, как-то не получилось или... О! То есть... Он как-то бьется об эту лодку, если ты если ты кидаешь туда, куда ты плывешь. Так, вот давайте еще сюда. Вот тут куча Магикарпов. Так, ща. Не... Да твой. Не люблю. Вообще как-то не тормозит, или мне кажется. Не-не-не-не, с лодкой тут очень фигово. Тут она просто не кидается, знаете, то есть, куда ты хочешь, кидается покебол, да, но он как бы бьется об ту же лодку, и это не очень офигенно. Так. Сколько там у нас, я, если честно, не заметил. 44. И мы вроде прокачиваем орб, да, сейчас я посмотрю, прокачивается ли он. В принципе, да, 362. Амсикинга. Не нужно убивать, с них нифига не выпадает. О, точно, ребята, ща, чтобы не забыть. Первое, точнее, что нам нужно сделать. Нам нужно сделать телепорт в глиняный биом, чтобы я не забыл. И нужно сделать, наверное, зачарование на спавне. То есть любой человек сможет прийти, зачароваться и уйти. Так как и у меня, видите, 41 уровень уже. И, в принципе, можно себе создать какое-то там оружие, да, если человек хочет себе зачарить и все такое. Потому что зря опыту простаивается тоже как-то. Не нужно. 41 уровень, да, девать некуда. А идти как-то бить себе на зачарование все такое не очень хочется. Так, это кто там у нас? Диглет, не? О, нет. Кто-то другой. Ща, давайте еще вот этого Магикарпа убьем. Так, ну смотрите, у нас уже, ребята, 56 штук. 56 штук, ребята. Это 3 алмазных монеты. Еще 64 штуки, и это 3 алмазных монеты. Так. Ну, нормально. Вылечим. Вот так. Ну, давайте, ребята, еще добьем вот парочку Магикарпов. Оу. Ты прям рыба прыгучая очень. Добьем еще. Попадем? Не попадем? Попали. Отлично. Вот там их куча, я вижу, как раз. Как раз вот там, да, показывалось, что сбоку случайно видел. Так. Отлично, ребят. Я так думаю, давайте уже на этом закончим, так как, в принципе, сейчас на сервере никого нет. Что за фигня? Я там вылезть как-то не мог. Не знаю, может, лаг какой-то, так. Так как сейчас, в принципе, на сервере никто не играет, так как ночь, да, давайте, я так думаю, продолжим в следующий раз. Но, как вы видите, за минут 10 можно себе набить... За минут 10, допустим, это 3 алмазных монеты. 20 минут 6. За полчаса себе можно набить приблизительно 9-10 алмазных монет. За полчаса. За час можно набить себе... 20 приблизительно. Как я говорил, за 3-4 часа себе, ребята, можно уже купить и алтарь. Что, в принципе, не так уж и много, мне так кажется. А если вам еще по пути встречаются... сейчас, давайте продадим сначала вот это. Если вам, ребята, еще по пути встречаются боссы, то это вообще офигенно. То есть, одного босса, если выпадает шмотка, то ее можно продать за 15-20 вот этих всех монет. Что, в принципе, нормально. Что мы еще тут можем продать? Больше нифига? Так, а кто мне столько пикболов выкинул? Не помню, честно. Продажа лечилок. Вот, например,
продать вот эту лечилку, это уже 6. А если вам встречается по пути, то это вообще офигенно. Например, как мы там бегали, да, и по пути нам встретился босс. И, в принципе... Ой, 6, а, так, нормально. Продажа ресурсов... Точно! Может, нам потом на ресурсы пойти? Хотя, вот тут цену я, нам, мне кажется, немного перегнул. Точнее, не перегнул, а не догнул. Полстака железа. Это у нас получается... стак золотых монет. Полстака железа. Ребята, я так думаю, что я немного не догнул. Если полстака железа, это... Ну, это как-то мало, мне так кажется. Сейчас. То есть, видите, я если смотрю, что мне кажется мало, не мало, то я исправляю. И они делают такие цены, что прямо офигеть, знаете, там, ух, нереально их добыть. И все такое. Так, давайте посмотрим. 2 алмаза 10 монет, 4 алмаза 20 монет, 8 алмазов 40 монет, 10 алмазов 50 монет, вроде 12 алмазов 60 монет. 12 алмазов 60 монет. Давайте тогда каждому поднимем по одному. Тут тогда еще вот так. И тут еще вот так. Значит, тоже по одному. Оу, что я сделал? Я что-то не то поднимаю? Я что-то вообще не понял, что я сейчас делаю. Так, я, наверное, свои вот эти взял. Монет или нет, мне показалось, ладно. Тогда тут тоже 6. Вот, что я наделал. Тут я что-то не так поменял. Что-то не то сделал, что-то не так поменял, и потом дюб получился. Как это бывает, да? Вот так. Так, тут алмаз 6, 3. Вот тут 3. Тут 3, 3. Тут 4, 4. Тут 7, 7. Тут 3, 3. Тут 4, 4. Отлично. И давайте тогда еще и вот тут по одному поднимем. Ну, немного подняли. Можно потом еще, ребята, будет проверить, как вот это все делается по поводу того, что можно пойти в шахту, да, и посмотреть, нормально ли вот это все действует, не слишком ли маленькие цены. Вот это тоже потом нужно проверить будет. Так, во. Это у нас 2 стака было, или я себе случайно немного взял? Походу, я себе случайно немного взял, ладно. И если не так, напишите, ребята, потому что я, если честно, сейчас уже сплю потихоньку. И может, я себе случайно взял, но я удалю на всякий случай, чтобы не говорили, что вот я там взял тебе с креатива и все такое. Так, ребята, давайте на этом закончим эту серию. И не забываем то, что завтра у нас будет выбор. Выбор человека, который бесплатно попадет на сервер. Если вы не знаете, где можно подать заявку и успеть к завтрашнему дню и попытаться выиграть пропуск, то ссылочка в описании, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи. Жду вас на этом сервере, если вы имеете желание поиграть, купить пропуск или бесплатно его выиграть. Но это уже, ребята, тоже зависит от вас. Я уже говорил по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.